Здравствуйте. Говорила, что я заказала посылку в NBS, показывала вам ее и упоминала, что некоторые позиции как-то у меня не захватились, и я их дозаказала. Ну, конечно, когда уже дозаказывала, еще что-то присмотрела. И, в общем, получилась тоже довольно-таки такая приличная посылочка. Сейчас покажу вам, что я дозаказала. Ну, вот такие бусинки я вам говорила уже, показывала вам такие красные. А теперь заказала вот такие вот, дошли мне зеленые. Не знаю, как в прошлый раз они у меня не дозаказались. Очень красивые рифленые бусинки. Зеленые с трещинами. Они очень подходят для флешмоба весна. Но я уже сделала два украшения, поэтому больше не буду их использовать. Просто использую их для каких-то сатуаров. Они очень мне нравятся. Красивые, легенькие и хорошо сделанные. Вот видите, 10 штук, 0,79. Кто хочет посмотреть ценообразование в этом магазине, я это показывала в прошлом видео. Возвращаться я уже к этому не буду. Единственное, что скажу, что все бусинки я покупала в двух отделах. Там есть отдел промоушен, это реклама, и отдел клиренс, это как бы распродажа, что они очищают полки. Вот там я их покупала. Очень красивые бусинки, теперь уже к летним украшениям. Есть они и на Алиэкспресс, но, по-моему, поменьше. Я таких крупных не видела. Смотрите, керамические ракушки. Есть нескольких цветов, но мне почему-то вот такой зеленый понравился. Такие большие ракушки. Вот я их купила за $1.88, а сейчас они стоят $2.89. Опять же, там же в промоушен. Видите, размер у них 28 на 29 на 32. В общем, почти 3 на 3. Такие красивые ракушки. Довольно крупная у них дырочка. 5 штук таких ракушек. Мне вполне достаточно. Керамики такой для украшений. Дальше. Купила вот такие вот каменные бусинки. Называется Black Wood. Черное дерево. Ну, наверное. Очень красиво такого цвета они. Но вот, вот эти бусинки почему-то на фотографии мне показались блестящими. А на самом деле они матовые. Но все равно рисунок у бусинок очень интересный. Такой, как действительно, как деревянные бусины. Но это камень. Вот видно, вот такие вот бусинки. Стоили они 2,69, 47 штук. Это 8 миллиметров бусинки. Так, еще купила деревянные бусинки. Очень симпатичные. Даже не деревянные, это написано, что это кокос. Кокосовые бусинки пришли хорошо упакованные. Пришли мне даже, вот видите, здесь джелевая такая прокладка, чтобы впитывать влагу. Вот такие вот бусики, вот столько вот их пришло мне, довольно много. Их уже нет в продаже. Это кокос 4, нет, это 6,5-9 написано, до 7,9. Но они довольно-таки ровненькие, нет такого разброса размеров. Стоили они 101 штука, $2.82, почти $3. Но здесь их действительно много, и очень симпатичные бусинки кокосовые, вот такие. Похоже на дерево. Как-то на кокосовые, как мы знаем, диски, они не очень похожи. Но, может, просто у них покрытие такое, другое. Так, заказала вот такие две бусинки. Довольно дорого они стоят, $2. Надеюсь, что это хорошего качества будет. Это силикон, покрытый такими блёстками. Да, там вот дырочка маленькая в силиконе. Сюда можно продеть силиконовая трубка с очень тоненькой дырочкой. И вот на ней вот такая штучка. Ну, я думаю, что их надо будет сапенлаком закреплять. Вот видите, они немножко сыпятся, эти бусины. Там есть нескольких цветов. Заказала для пробы и больше заказывать не буду, потому что они сыпятся. Их надо, наверное, будет лаком или чем-то покрывать, чтобы они не сыпались. Стеклянные бусинки тоже показывала вам их.
Я их купила подешевле, сейчас они уже стоят чуть дороже. Вот эту я уже купила за 54 цента, сейчас она 58 стоит, а предыдущие я купила еще дешевле. Две ниточки, правда, стоят 58 центов, 10 на 4, очень хорошие бусинки стеклянные. Вот такие вот бусинки. Так, фурнитуру. Взяла тут небольшие цветочки. Когда вижу цветочки, всегда покупаю. Мне кажется, что цветочки всегда нужны. 9 на 8. Сколько их тут штук? Не написала. А, вот, 23 штуки. 0,75 стоит. Вот такие бусинки. Но это как проставочки. Видите, у них вот здесь есть. У них есть тут такие вот начало и конец. Хорошо будут упираться в бусинки. Такая вот бусинка. Вот, видно? Вот, их мало, и они такие симпатичные для цепочек, для проставок. Даже браслет просто вот так сделать тоже хорошо. Видите, такой браслетик из бусинок. 75 центов они стоят. Сколько они сегодня стоят? Доллар 16. Вот такие диски я видела на Алиэкспресс и даже купила в серебре и в бронзе. В золоте не помню, или были, но здесь я уже купила их и в золоте. 50 штук стоит доллар 33. Вы знаете, я сейчас посмотрю, сколько стоят такие на Алиэкспресс. 13 миллиметров бусинки. Сейчас пойду посмотрю, сколько такие стоят на Алиэкспресс и сравним цены. Не бусинки, а диски. Вот смотрите, на Алиэкспресс вот такие же точно диски. Вот видите, вот один к одному. Только это бронза, а это золото. Стоит 2,92. 13 миллиметров, 50 штук. 2,92. А я их купила за доллар 33. Сегодня они стоят уже доллар 45. Так что плюс посылка, насколько дешевле получается эти бусинки. Так, такие же диски я купила в цвете красной меди. На Алиэкспресс их вообще таких нет в красной меди. Сейчас покажу вам. Вот, в красной меди стоят они доллар 45, тоже 50 штук. Тоже 50 штук. Такие же в красной меди. Мне понравились эти диски, они хорошо себя ведут в украшении. А сегодня они стоят 2,42. А я их купила за доллар 45. Надо заходить чаще вот именно туда, в рекламу и в распродажу. И в красной меди купила, тоже показывала вам украшения вот с акриловыми бусинами в серебре. А сейчас вот я нашла такие же бусинки в красной меди. Ну, такая фурнитура в красной меди. Я не умею пройти мимо, поэтому я ее покупаю. Такие вот бусинки хорошенькие. Были у меня в серебре, а теперь будут еще и в красной меди. 20 штук стоит 2,15 доллара. Их уже нет. Их уже нет. Кстати, я могу посмотреть, сколько стоят эти бусинки на Алиэкспресс. В серебре, правда. Вот я достала эти бусинки в серебре с Алиэкспресс. Видите, эти 20 штук 2,15 доллара стоят, а здесь 20 штук стоят 3,57 долларов. Вот такие вот. Поэтому действительно получается, что еще посылка, но когда покупаешь много, опять же говорю, посылка, в общем-то, уменьшается на очень много, и получается, что товары практически той же цены, если вы заказываете там несколько товаров, а то и дешевле. И кроме того, такого цвета на Алиэкспресс я не видела. И последний вот товар, который я из фурнитуры заказала, тоже на Алиэкспресс я купила такие диски, такие вот шайбочки, по-моему, около 3 долларов они мне стоили. А здесь я купила вот 20 штук, мне стоили 80 центов. Сегодня они тоже стоят 80 центов. Если с посылкой 3,57, но опять же, если вы заказываете только эти бусинки.
Вот такие вот плоские бусинки, красная медь. Я их купила. Размер у них, сейчас скажу вам, 9 на 4. 9 на 4. Красная медь всегда хорошо. Так. И основная масса товара у меня сегодня это перламутр. Вот купила вот такую ниточку. Совсем за копейки. Одна вязка стоит 71 цент. Это 7,9, 7,8. Ну, кругленькие как бы и плоские. Такие вот тоже шайбочки. Такие плоские, смотрите, какие симпатичные бусинки. Ну, не знаю, где тут 7,9. Ну, 7 может есть. 9 нет точно. Но бусинки очень хорошенькие. Можно их на браслет и куда угодно, их уже нет в продаже. Есть такие же бусинки немножко другого оттенка, есть такие несколько нитей вместе, но вот чтобы одна нить была, нет. Уже их, когда я проверяла цену, может быть, они еще и появятся. Я оставила вам внизу там ссылки или название товара. Вы можете по названию найти этот предмет. Так, купила всяких дисков. Сейчас нанижем все диски на пин и посмотрим на них. Вот это диски беленькие. Сколько их здесь штук? Сейчас посчитаем. Насыпем дисков. 8 на 1,5 миллиметра высотой. 41 штука. Стоили 71 цент. Такие чудесные перламутровые диски. Не перламутровые, из ракушки, да, они пишут. Shell. Вот такие вот диски. Хорошенькие. Теперь вот этих дисков я точно знаю, что уже нет. Цвет мне очень понравился. 144 штуки. 13 на 1. 4,52 доллара. Но их уже нет. Но вот это перламутр. Это не ракушка простая, она с покрытием перламутром. Те тоже покрытие перламутром, да? Вот они тоненькие-тоненькие такие, очень красивенькие. Смотрите, какие хорошенькие. Хорошенькие ракушечки. Чудесные. Потом купила вот оранжевые перламутровые, 20 штук, 76 центов. 76 центов, размер у них большой. 20 на 12. Их тоже уже нет в продаже. В смысле, нет их в рекламе. Может, просто в магазине они есть, но вот видите, какие большие. Можно сделать такое украшение. Вот эти оранжевые и вот эти. Что-нибудь такое интересное придумать. Красивые тоже диски. И последние диски из этой же серии. Почему-то они были очень хорошо упакованы. И тоже 20 штук. Даже внутри их в пупырку положили. Вот, у них толщина 2 миллиметра, не 1 миллиметр, тоже стоит 76 центов. Вот такие зеленые. Опять же, подходят очень к весеннему украшению. Я уже знаю, что я с них буду делать, что из них буду делать, поэтому я их купила. Вот такие красивые зеленые. Я хочу сделать бисерное украшение, чтобы нити, по две нити выходили прямо вот так из бусины, чтобы бусины были вот так. Есть такие украшения, я даже видела у кого-то, но ну, не так точно, как я хочу, но есть. Вот видите, здесь покрытие немножко такое, не очень. Но неважно, бусины красивые все. Эта краска у него там нехорошо разошлась по бусине. Вот такие перламутры. И последнее. Купила целых полкилограмма чипсов перламутровых. Стоили они мне всего 3 доллара. Смотрите, сколько. Видите, как было запаковано? Был этот мешок, еще пупырка была сверху полностью. Ничего не сломалось. Все чудесно. Сегодня они даже дешевле стоят. 2,65. Смотрите, какой мешок огромный. Даже открыть его не открыла еще. Сейчас попытаюсь его открыть и показать вам. Ну, понятно, это чипсы такие. Перламутровые чипсы разных размеров.
Вот, какие красивые бусинки. Смотрите, какая прелесть. Сделайте их на пинах и много-много-много посадить. Будет очень богатое, красивое украшение. Есть ровненькие, а есть вот такие вот крючки. Вот крючки отдельно отложить, а ровненькие отдельно. И можно сделать вот полкило тут. Гуляй, не хочу. Много-много разобрать их по видам и сделать с них украшения. Вот такая у меня распаковка была. Видите, бусины такие уже более летние. Пока не буду объявлять никаких флешмобов. Уже люди устали, говорят, не успеваем за вами. Поэтому мы флешмоб летние украшения пока отложим. Я подумаю, может, что-то интереснее придумаем. Я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И написать комментарий. Всего хорошего, удачных покупок, новых интересных идей!